Здравствуйте, уважаемые мои друзья! Меня зовут Ирина Пальмина. Сегодня у нас 23 апреля. Сегодня понедельник, и как обычно по понедельникам в 16:00 я начинаю вебинар. Поставьте, пожалуйста, в чате от 1 до 10, как меня слышно. Обожаю бизнес-молодость. Спасибо огромное вам за обратную связь. Я недавно съездила домой, то есть на прошлой неделе я вебинар пропустила, меня заменяли партнеры. И вот сегодня у меня есть что вам сказать по многим поводам. Бизнес-молодость обожаю и очень люблю, когда они говорят правду. Сегодня мы с вами поговорим про блеск и нищету, сегодня мы с вами поговорим про выбор. Если у нас сегодня присутствуют новички, будьте любезны, поставьте, пожалуйста, в чате троечки, потому что мне важно понять, стоит ли мне говорить о маркетинге. Есть у нас новички, приветствую новичков. Ребят, есть еще кто-то? И напишите, пожалуйста, в чате для партнеров, чтобы они перезашли или зашли с другого браузера, потому что большинство ответили, что со звуком все в порядке, связь имеется, для того, чтобы мне не отвлекаться и вам время тоже ваше не тратить. Приветствую новичков, да, спасибо, ребят, за помощь. И у кого будут вопросы, я очень прошу вас, в правом верхнем углу есть рубрика «Вопросы». Задавайте, пожалуйста, вопросы там, для того, чтобы нам не потерять. Сегодня я хотела что вам сказать, дорогие мои друзья. Вы видите, значит, мое представление для вас. Я очень хорошо умею считать. Я работала экономистом, главным бухгалтером. И вот представьте, пожалуйста, до вебинара, что вы сегодня обладаете неограниченным ресурсом времени, денег и здоровья. Вот представьте, и что вам больше не нужно ходить на работу, что вам не нужно развивать бизнес, что вам не нужно копать грядки. Что бы вы делали? Что реально вы хотели бы делать? Если вы не успели представить, я рекомендую провести это упражнение после вебинара. А кто представил, то, пожалуйста, запомните вот мысли, которые у вас возникли в голове. И после вебинара уединитесь, выделите для себя 30 минут покоя, запишите их на бумаге, вот то, что вы хотите реально, и перепишите раза три, пока ваша мечта не обретет какие-то конкретные детали. Я часто на своих вебинарах привожу примеры успешных людей, которые стали таковыми вопреки обстоятельствам. Историй в интернете великое множество. Если вам не хватает вдохновения, я рекомендую спросить Google и YouTube, вы там найдете множество примеров и много интересного для себя узнаете. А сейчас я вам хочу представить немножко попозже ряд людей, которые буквально в последние 2, 3, 5 лет, благодаря новым технологиям, благодаря попаданию в яблочко, в тренд и умению, самое главное, воспользоваться этим шансом, стали тем, кем они стали. И самое главное, что этих людей я знаю лично, и, возможно, и вы даже их узнаете. Для меня они являются маяком. Для меня они являются примером. И мы поговорим, вот бренность жизни, да, вот какая у нас происходит, как быстро все, как стремительно происходит. На самом деле у нас, во-первых, у нас и люди достаточно взрослые, которые сейчас вот присутствуют на вебинаре, то есть это люди, которые не вчера вышли со школьной скамьи. И у меня партнеры очень часто просят показать разницу, вот множество интернет-проектов просят показать разницу с товарными MLM, хайпами, пирамидами, матрицами и там прочими интернет-проектами. И я много, конечно, могу привести доводов в пользу той системы, которую я популяризирую и продвигаю, которую продвигают наши партнеры. Про хайпы и пирамиды я говорить даже не хочу, потому что абсолютное большинство так называемых инвест-проектов, они не живут, и полгода для этого есть свои объективные причины. Другие делают постоянные рестарты и постоянно стараются обновить и устарить легенду, типа вот мы работаем уже в интернете 6 лет, а то и 12 лет, где же они все были. И люди в них несут бешеные деньги только потому, что не умеют считать, и ну и второй довод, не хотят работать. Пассивных инвесторов лично я считаю глупцами, а активных, которые как раз очень хорошо понимают и разбираются в этой кухне, я считаю циниками и не очень хорошими людьми. А в другой сегодняшней части нашей встречи я вам расскажу несколько историй успеха, вот которых людей я знаю лично и которые меня вдохновляют.
которые, вот именно благодаря правильной идее, которые ухватились за эту идею, и, естественно, благодаря своей гигантской работоспособности и упорству, они заработали очень большие деньги, в интернете причем, и в весьма короткие сроки. Некоторые из этих людей уже возглавили свои компании, другие стали коучами, бизнес-тренерами и делятся своим опытом с другими людьми. Но, как я уже не раз говорила на вебинарах, научить человека нельзя. Он может только научиться. То есть, если он хочет, то его научить можно. А если он не хочет, ничего сделать нельзя. Касаемо продуктовых MLM-компаний, я абсолютно ничего против не имею. Сама и работала, и даже сейчас пользуюсь некоторой продукцией. Особенно вот если продукт востребованный, то, конечно, то есть, пожалуйста, пользуем, покупаемся, покупаем там, да, пользуемся и рекомендуем при случае там своим знакомым. Однако в продуктовых компаниях есть ряд существенных минусов, которые не позволяют абсолютно большинству людей заработать даже хоть какие-то деньги, не говоря уже о пресловутом миллионе долларов США. Продуктовые компании, потому что никогда не сможет платить 100% сеть. У них себестоимость на товар, расходы на печатную продукцию, на рекламу, на транспортировку и хранение, несмотря на то, что якобы реклама продвигается только сарафанным радио, на презентации, на проведение каких-то вот именно офлайн-презентаций. И сегодня зарабатывать в продуктовой компании, ну, на мой взгляд, я не претендую на истину последней инстанции. Есть великие люди, которые, не жалея своих ног и не жалея своего времени, колесят из города в город, из страны в страну и поднимают страны и регионы. Но на мой взгляд, сегодня зарабатывать в продуктовой компании все равно, что двигаться против хода эскалатора. Бегом. И причем постоянно съезжаешь обратно. Потому что многие компании практикуют обрезной бинар. Каждый месяц нужно подтверждать квалификации, иначе все баллы сгорают. Партнерское вознаграждение в глубину уменьшается, как правило, а вот у нас оно, наоборот, увеличивается. А в продуктовых компаниях доход и от построения сети зависит, и от товарооборота. При этом сеть строить очень сложно, потому что не все мечтают стать алмазами, бриллиантами, рубинами на помаде или кастрюлях. Ну, там, я не хочу никого обидеть или унизить, но дело в том, что очень часто продукт достаточно дорогой, совершенно не факт, что он всем нужен, а сами дистрибьюторы постоянно обязаны каждый месяц покупать эту продукцию для личного пользования, плюс посещать за свой счет офлайн-мероприятия, потому что если не посещаешь, ты не прокачиваешься. И потребители разной продукции, они покупают ее только по мере надобности. В мире товарного изобилия конкуренция жесткая, она просто жесточайшая, о чем я хочу вам сказать. И я думаю, что многие из вас со мной, скорее всего, что согласятся. Если вы согласны, то поставьте, пожалуйста, в чате пятерочки. Кто не согласен, я тоже, я любое мнение люблю, если не согласны, скажите нет-нет-нет, наша компания лучше в мире, то есть продукт прям абсолютно всем нужен, и я продаю просто вагонами. И поэтому я уже там 3 месяца работаю в компании, на квартиру заработал. Я думаю, что это, ну, на сегодняшний день это просто утопия. Я знаю, что есть резидуальный доход, там много, там некоторые компании передаются даже по наследству доход, и это очень здорово. Когда я начинала работать с компанией Amway, это было давным-давно, у меня не срослось, а у человека, который меня туда пригласил, она несколько квартир за несколько лет заработала. Но дело в том, что сейчас реально огромная конкуренция. В том числе, вот тебе один продукт по здоровью, тут же другая компания, а наш лучше. Вот тебе там одна косметика, тут же другая компания, а у нас круче. Ну и так далее. То есть это постоянная вот эта беготня и постоянная вот эта борьба. И я вам хочу показать. Вот есть платформа, которая называется Stepium, и который, это первая криптоплатформа, основанная на аффилированном маркетинге. Мне сегодня очень понравился видеоролик, который записала одна из наших партнеров. На минуточку я отвлеку ваше внимание, я надеюсь, она на меня не обидится. Я хочу пропиарить ее видеоролик, показать, как хорошо, правильно и честно человек рассказал о нашем проекте. Мне безумно понравилось, и я рекомендую просто каждому из вас, может быть, своими словами, тоже там поделиться своим мнением с миром. Сейчас быстренько я вам поставлю. Привет, привет. Вы когда-нибудь получали приглашение в бизнес? Вот таким вот образом. Вот, ну, таким, наверное, вот. Это большая река.
Я сегодня приглашаю вас в первую криптоплатформу. Я сегодня основанную на аффилированном маркетинге. Вас приглашают тысячу раз на день. И я вас понимаю, потому что сейчас предложений больше, чем спроса. И вы не успеете поворачиваться, кричаться. Со всех сторон. Иди к нам. Я не говорю, иди к нам. В любом случае, я точно знаю, куда пойти, надо разобраться. В любом случае, нужно иметь свои критерии, с помощью которых ты выберешь ту или иную. Нужно иметь. Благодарю за внимание. Я очень благодарна Любови Семеновне. Она вообще большая умница. Я думаю, что тем людям, которые это видео посмотрели, оно очень понравилось. И аргументы, они действительно весомые. Как говорится, если ты хочешь работать со здоровьем, быть здоровым, да, занимайся здоровьем. Но это тоже ведь не факт. Потому что я знаю огромное количество врачей, которые не могут вылечить даже себя и умирают молодыми. Если ты хочешь иметь красоту, работай с красотой. Опять же, не факт. Посмотрите на наших звезд, которые переборщили с пластическими операциями и которые получили то, что получили. Что отвратясь не наглядишься, да? И здесь действительно в ролике у Любови было показано, купи 100 эфиров, и через год у тебя будет там прибавка весомая. Но купить, конечно, не каждый человек в состоянии. Вот и какие ж мы инвесторы, если там у некоторых $100 лишних не найдется. Но мы можем заработать. И здесь действительно есть разные способы для того, чтобы зарабатывать эту криптовалюту. И она имеет свою еще инвестиционную привлекательность, потому что криптовалюта сама по себе растет в цене, в отличие от существенного там роста доллара, евро, рубля там, или той валюты, на территории какой страны вы живете. И давайте научимся считать выгоду, да, на фоне постоянных скамов, рестартов, бесконечно стартующих новых каких-то систем и проектов. Stepium, на самом деле, я считаю, это бумеранг добра, потому что социально доступный вход, который запускает новую волну партнеров. И вы можете сами выстроить здесь команду, при этом вам еще и помогают, делятся своим опытом, вам проводят вебинары, вам помогают во всем, вам предоставляют какие-то инструменты партнерские, и вы получаете совершенно ошеломительный доход без ограничений. Стартовал данный проект 29 июля 2017 года. Я даже не могу его назвать проектом, потому что это партнерский инструмент. И сейчас я расскажу о преимуществах этой платформы. И ведь очень важно попасть вовремя, в нужное время и в нужное место. Попасть в тренд, попасть в яблочко, потому что тогда ваши усилия, они вознаграждаются в разы больше. А Stepium — это как раз самый тренд. Аффилированный, то есть партнерский маркетинг, это один из инструментов интернет-маркетинга. Его можно определить как метод продвижения бизнеса в сети, в котором партнер получает вознаграждение за каждого участника своей команды, за каждую покупку, продажу, которые осуществляются благодаря тому, что он стал когда-то источником дохода, да, вернее, источником информации и дохода в том числе. Я оговорилась, но оговорочка, как говорится, по Фрейду. То есть дал ему вот этот путь, показал. И преимущество платформы Stepium в том, что это уже готовая партнерская платформа. Это интеллектуальная собственность, это IT-продукт. Расчетная единица выбрана не случайно. Она называется, система называется Ethereum, а валюту мы называем эфир. Вторая по популярности криптовалюта, которая пока гораздо дешевле биткоина. Вот Любовь показывала, $630 было, а я когда вебинар готовила, $642.71. То есть 643.26 на текущую секунду. Ребят, понимаете, что вот буквально какие-то минуты иногда дают весомую прибавку вам. И это же чудо, потому что рубль, он настолько не растет, тенге настолько не растет. А это действительно чудо, и когда мы попали, когда мы об этом узнали. Вот я сказала, да, я приехала в свой родной город, боже мой. Ребят, конечно, грустные такие вещи. Вот мои земляки, они просто вот какие были, они такие остались. Они не видят ничего. Дом, работа, от выходного до выходного, от больничного до больничного, от отпуска до отпуска, кладбище. Естественно, приехав домой, я посетила тех, кого уже нет с нами, то есть своих близких. И когда я шла, я просто здоровалась чуть ли не с каждым памятником.
Потому что там лежат люди, с которыми я каталась с горки. Там лежат люди, которые гораздо младше меня. Вы представляете, как это грустно? Вот в начале вебинара я поставила видео «Бизнес молодости», они там говорили. Если вам там, я не знаю, мне 50, то есть если от 65 отнять 50, остается мне примерно 15 лет. Но нас не предупреждают, когда остановится наше сердце. Я не хочу, чтобы мои дети получили в наследство долги. И я вам предлагаю рассмотреть вот такой вот вариант работы. Мы все с вами не бессмертные. Но вот эта работа, она вам позволяет максимально быстро и эффективно заработать деньги и осуществить мечты, какие-то планы, цели, то, что у вас есть в душе. Да? И быстрый рост монеты, он приносит дополнительную инвестиционную привлекательность, социально доступная любому человеку, даже школьнику, стоимость старта в бизнесе. Очень высокий доход и простота дубликации. Дубликация – это термин интернетовский, ну, то есть повторение, то есть сделай, как я. И план вознаграждения у нас здесь линейно-бинарный, это для тех, кто разбирается. Для тех, кто не разбирается, напишите, пожалуйста, в чате. Нужно сегодня проводить вебинаре, рассказывать о маркетинг-плане? Или вы сами сможете разобраться по тем роликам, которые вам даст ваш пригласитель, или вы сможете поговорить с своим пригласителем, и он вам покажет. Вот если кто-то напишет «нужно», я буду показывать маркетинговый план. Если не напишут, тогда будем, значит, рассматривать дальше. Просто денег здесь огромное количество. Я хочу сказать, что здесь, если идет повторение по два, минимальный доход, который вы можете здесь заработать, это 4500 эфириумов. Умножьте на текущий курс. Ну, немножко пробежимся, значит, хорошо. Для Татьяны специально, ну и многим, может быть, не повредит лишний раз. Ребят, ну, людям тоже важно это разобраться. Да, я быстренько пробегусь, да? Здесь очень высокий доход. И с самого старта здесь начинаются автопереходы, что очень важно. То есть идет автоматизация бизнеса. Как только у вас появляются в вашей команде партнеры, другие партнеры тут же получают деньги. И если эти партнеры появляются на ваших доходных линиях, во-первых, вы зарабатываете за приглашение. Сейчас немножко все-таки пробегусь. И плюс у нас здесь есть возможность деньги не просто заработать, но сохранить и приумножить. У нас есть собственный майнинг. У нас запускается вот такой вот эффект домино благодаря вот этому автоапгрейду. Конечно, раньше у нас было немножко сложнее, потому что у нас этот эффект запускался только начиная с третьего вебинара. То есть такова была позиция автора маркетинга, который считал, что ну, не все люди, в принципе, достойны таких денег. Потому что для того, чтобы заработать большие деньги, требуется поработать. И что у нас в маркетинговый план заложена мотивация помогать партнерам и их обучать. Ну, как я уже сказала, взрослых людей научить нельзя. Они могут взять это обучение и научиться, когда мы им его даем, и даем мы его каждый день и бесплатно. Принцип домино – это распространение по цепочке, это цепная реакция определенного явления под воздействием какого-либо фактора. И этот принцип, он влияет на каждый элемент цепи. И вот, поскольку сейчас у нас автоапгрейд уже с третьего, вернее, начиная прямо со старта, то у нас нет вот этого запирающей вот этой вот руки, которая раньше нам мешала и запирала движение, запирала развитие и не пускала этой энергии по цепочку. Лидерский совет обратился к администрации с предложением запустить автопереходы со старта. Нас услышали, провели общее голосование, на котором больше 80% партнеров это начинание поддержали. И 2 апреля 2018 года у нас маркетинг нисколько не изменился, просто он улучшился. То есть запустилось сразу автопереходы. И новичкам действительно сейчас работать значительно легче. Многие активные партнеры, они заметили значительный рост команд и естественный рост чеков, потому что идет правильное распределение денежной энергии. И теперь для любого человека абсолютно отсутствует препятствие для получения гарантированного дохода. А я, как я уже сказала, гарантированный доход, если будет всего по два человека дубликация, здесь не требуется переписывать огромное количество людей. Нам не нужен весь интернет. Нам нужны лучшие люди. И потому что у нас лучший маркетинг, так, в общем-то, оно и происходит. В этом случае вы заработаете больше 4000
эфиров. Во многих партнерских проектах, которые тоже работают с криптовалютой, дело в том, что это явление достаточно новое, потому что раньше были только MLM-компании, раньше были только инвестиционные компании с разными легендами, то есть хайпы, пирамиды, матрицы. Но раньше не было партнерок с криптовалютой, не отдавали 100% в сеть, как у нас это делается сейчас. Но вот года 2,5 назад начали появляться такие проекты, и они за это время, они множество раз меняли маркетинг, планы, устраивали разные промоушены, стратегии и прочее. Нам это делать нет необходимости. У нас абсолютно идеальный маркетинговый план, и абсолютно не важно, в какую дату вы стартуете. У меня в ветке есть партнеры, которые стартовали недавно, но они дали фору уже тем, которые двигаются в час по чайной ложке. Дело в том, что в MLM есть принцип такой, 1+1. Достаточно приглашать одного партнера в месяц, и если будет происходить правильная дубликация, то лет через 5 вы станете миллионером. Здесь все происходит гораздо быстрее и проще. Я вам сейчас покажу. Здесь никакого чуда абсолютно нет. Новые компании мы здесь не обсуждаем. Мы разговариваем только о том, что у нас уже есть и что доказало свою эффективность. У нас вот такие вот ступенечки. То есть у нас их 12, по сути дела, 6 ступенек – это линейка. Что такое линейный маркетинг? Это в первую линию вы приглашаете людей, ограничений нет никаких. Вы для них продавец контракта номер один, который стоит 1 сотую эфира. Во вторую линию уже попадают люди, которых они пригласили. И для них вы будете являться продавцом контракта номер два, который стоит 0,05 эфира, то есть в 5 раз больше. В третьей линии у вас будут рефералы третьей линии по логике вещей, да, и там уже стоимость третьего контракта четверть эфира. Вы уже для этого количества людей, а их же, по идее, больше и больше становится. Вы для них продавец именно вот этого третьего контракта. В четвертой, значит, уже линии у вас будет, даже если повторять, 2 по 2, под вами 2 человека, под ними 4 человека, под теми 8 человек, то в четвертой линии у вас будет минимум 16 человек. А может быть и больше, может быть 160. Потому что все работают по-разному и с разной скоростью. Кто пришел за деньгами, те стараются расширить свою именно ширину. Вместо того, чтобы работать на глубину, и, ну, я считаю, что неправильно работать на глубину. Ну, когда у вас есть ширина, всегда есть партнеры более активные и менее активные. Более активные, они будут вместе с вами быстрее двигаться вперед. При этом пассивным будет тоже оказана какая-то переливная помощь. Так вот, вы будете продавцом четвертого контракта за полэфира уже для 16 человек. Умножьте 16 на полэфира, это 8 эфиров на минутку. А уже в пятой реферальной линии у вас будет 32 партнера. А там уже линейный контракт стоит 10 эфиров, который вы приобретете практически на автомате из заработанных денег. Но если желаете, вы можете стартовать с любой ступеньки, предварительно купив все предыдущие. Но здесь уже деньги значительные, но там у вас будет в пятой линии уже 32 человека. И вот если вы 32 человекам продадите по 10 эфиров контракты, это уже 320 эфиров. Вот вам где зарыты деньги. Шестой контракт линейный, он вообще стоит 50 эфиров. И вот здесь, конечно, самые большие деньги. Потому что чем больше у вас людей в шестой реферальной линии, это ваш потенциальный хлеб с маслом, с черной икрой, это ваши Багамы, это ваш Таиланд, это ваши, я не знаю, Эмираты, это ваш островок там где-то, потому что такие деньги, они позволяют жить где угодно и как угодно. Так, как вам нравится, даже, может, как вы и не мечтали никогда. Вот лично я сейчас на пятой паре, пятый бинарный стол и пятый контракт. И у нас есть партнеры, которые уже купили шестой линейный контракт за 50 эфиров. Представьте, а работаем мы всего 8 месяцев. Ну, скоро будет уже 9. Как ребеночек. Да, и мы сегодня перешли на новый дизайн, будем к нему привыкать. И вот смотрите, плюс к этому у нас еще 6 столов. Столы нужны нам только для того, чтобы один раз и все пройти и закрыть. Потому что в дальнейшем ваш доход, он становится практически пассивным. Стоит активно поработать, переходить со ступенечки на ступенечку. У нас можно покупать не пару, а каждую ступеньку отдельно. Единственное, что я никому никогда не рекомендую, утяжелять себе работу и покупать первый линейный контракт с
той целью, что я вот попробую, я немножко поработаю, я приглашу 5 человек, и после этого я перейду в бинар. Вот это, на мой взгляд, такое утяжеление работы, что 2 человек пригласить, что 5. Может, вам это и легко. А вашим партнерам? Им же тоже придется пройти этот путь. Так уж чем себе увеличивать вот эту вот работу, я так наоборот считаю, если вам проще найти деньги, чем людей, я рекомендую стартовать повыше. То есть если у вас есть такая финансовая возможность. И на минуточку у меня есть вот такая таблица. Сейчас я поделюсь рабочим столом с вами. Быстренько. Вот действительно, я не знаю, стоит сегодня говорить о новом дизайне или нет. Там еще есть пока некоторые баги. Я думаю, что вам мой стол рабочий уже видно. У меня есть вот такая вот табличка. Я говорю, вот здесь я показываю. Если каждый только по 2 дублицирует, вот ваш доход будет только за линейные контракты. От продажи линейных контрактов. 3500 эфиров. И при этом от закрытия всех 6 бинарных площадок по первому циклу вы заработаете 1250 эфиров. Итого вы можете заработать, вот по текущему курсу эфира, это составит 3 миллиона долларов. Казалось бы, крутая сумма. Что ждет те, кто не приглашает, не работает, сидят, что-то ждут? Они могут заработать вот эти деньги, если они будут работать на упреждение и быстрее других занимать места в более высоких бинарах. Ступеньки им тоже придется покупать. Если они будут ждать автоматики, то есть сам никакую команду не запустил, из-под тебя ничего не растет, ты ждешь переливов от партнеров. Вот единственное, что они могут заработать вот эти деньги, причем чистыми, чистыми на руки. Потому что в 2 раза больше они заработают, даже чуть больше, но у них уйдет большая половина на апгрейды. И вот это вот чистыми на руки. Но если вот здесь, вот, допустим, я наоборот, я за то, чтобы люди... Расскажите вокруг всем, как это здорово. Вот по 3 человека, если вы пригласили, вот уже ваш весь доход, он меняется существенно. Ну, это идеальная математика, не у всех будет такая ровная, вернее, ни у кого не будет такой ровной дубликации. Ну, допустим, как было у меня там, я не знаю, в первой линии 4 человека, во второй 41, в третьей я уже не помню, ну, допустим, 178, в четвертой, допустим, 200 там... Не знаю, в пятой там 400 вроде чего-то, но я даже не помню. То есть и в шестой 500, ну, 550, грубо говоря. Вот это мой потенциальный доход. Ну, круто же. И причем это может заработать абсолютно каждый человек. От вас зависит. От вас зависит ваше устремление и ваши цели. Сколько вам нужно денег? Я не зря вам сказала в начале вебинара, подумайте, что бы вы хотели. В конце вебинара я хочу вам дать небольшое, несложное, приятное домашнее задание, которое, может быть, вам поможет лучше и больше понять себя. Стартовые суммы у нас могут быть разные. Вот, сегодняшний день, значит, стартовать одним кабинетом на пару – это всего 2500 рублей. И даже вот этот старт, он может вас довести до самого высокого дохода, если вы будете стараться работать. Но вы можете занять любое место на карьерной ступеньке. То есть вы можете войти на первую пару и второй линейный контракт. И я всем людям, которые ведут за собой команды, я всегда рекомендую всегда быть на ступеньку выше своей команды. Потому что из-за автоматического перехода здесь существует риск обгонов. Опять же, я повторюсь, у вас в линиях могут быть люди, которые быстро и много работают, а другие, наоборот, будут немножко подтормаживать. И если вы будете всех дожидаться, то как вот в классе, да, когда учительница, ей приятно было бы работать с отличниками, но приходится всему классу проходить по 150 раз повторение из-за того, что есть люди, которые не хотят понять с первого раза. Поэтому и приходится. Но вебинары мы рассказываем именно и для новых партнеров, и для партнеров, которые существуют, для того, чтобы они лучше могли вот это понять. Кому нужна табличка, после вебинара меня найдите. Меня зовут Ирина Пальмина. Я есть в социальных сетях, я есть в Телеграме, и я есть в скайп-чатах командных. У нас все это имеется. Вот такая карьерная лесенка. Опять же, вот здесь все цены прописаны. На первую ступеньку вы – это контракт. Я не рекомендую только на него стартовать. Минимум на пару. То есть первая линейка, первый бинар будет стоить 2400. Если вы еще и вторую линейку купите, 4400 потратите.
Один раз. Потом-то вам не придется уже эти деньги тратить. Вы их очень быстро окупите и пойдете в рост. Если вы входите на второй бинар одним кабинетом, то 10 с лишним тысяч рублей получается. В хайпы и в пирамиды люди несут огромное количество. И опять же, если разобраться с бизнесом на земле, даже если вы сядете торговать семечками, вы будете платить каждый день за бизнес-место где-то. И плюс вы будете покупать семечки, растительное масло, соль, пережаривать и так далее. И сидеть, тратить свое время. Здесь мы работаем из интернета. То есть и не один бизнес, вот мне известно, я сама работала главным бухгалтером, вела чужой бизнес, плюс у меня дети занимаются тоже линейным бизнесом на земле, и я, осознавая риски, какие у нас налоги, какое у нас противоречивое законодательство и так далее, я понимаю, что ни одно вложение в бизнес не принесет очень быстрого результата. А у нас, пожалуйста, у нас уже целые десятки людей, которые заработали больше миллиона хотя бы рублей, пока рублей, но они заработали в очень короткие сроки. То есть вот здесь вы можете увидеть все ступенечки. И дальше уже вы можете посчитать, вот здесь у меня есть полный расчет со слайдами, как закрываются вот эти вот столы. Мы всегда в бинарах получаем доход вот с этой вот нижней бинарной линии. Но я сейчас вам заодно все-таки на новом дизайне покажу. То есть вот в этом есть, конечно, полезность. Вот смотрите, как красиво. То есть здесь можно включить белый цвет, а можно включить... ночную подсветку. Мне, конечно, это очень нравится. Я покажу просто в бинаре, да, вот когда мы нажимаем «Структура», и мы нажимаем «Бинар», мы можем здесь посмотреть, так, не то я нажала, сейчас, не все, вот здесь вот, вот эти вот стрелочки раз так нажимаем, и вот откуда пошло мое начало. То есть вот этот мой аккаунт, я пригласила себя и себя, я стартовала треугольником. Но я рекомендую эту стратегию только тем людям, которые в себе уверены, что они действительно смогут минимум 2 человека пригласить на аккаунт. Дальше я пригласила 2 партнеров под этот аккаунт и под этот аккаунт. Вот начался мой бинар. Дальше эти партнеры повторили меня. Они то же самое сделали. Вот первый бинар у меня полностью закрылся. Доход я получаю вот с этой, бинарный именно доход. По линейному за приглашение я получила на свой кабинет, сама от себя, на главный по линейному, по 0,01 эфира. И вот на эти кабинеты я уже получила от тех людей, которых я сюда пригласила по 0,01 эфира. А по бинару, вот на главный аккаунт, я получаю с этого нижнего ряда. У нас очень интересный матричный бинар. Это не матрица и не бинар, но зато я получаю с каждого человека 100%. Здесь 8 человек внизу. 8 раз я получила 100% выплаты, 5 сотых эфира на этот кабинет. Но последняя выплата, она ко мне заскочила и убежала к тому человеку, у которого я нахожусь. Также вот в нижнем ряду. Допустим, вот здесь вот я у него стою. Он получил от меня вторую выплату. Первую, когда я купила место здесь, и вторую, когда у меня закрылся мой бинар. То же самое происходит, дорогие мои друзья, и у вас. Вот я сейчас немножечко уменьшу. Бинар-то глобальный, то есть он продолжает расти дальше. У нас нет никаких клонов. Вот у этого человека заполняется его бинар. Когда он у нее полностью там заполнился, я от нее получаю вторую выплату. У этого человека заполняется его бинар, я от него получаю вторую выплату. Но для меня это уже будет не третий ряд, а 6-й. То есть и если с этого ряда я отдавала на апгрейд половину заработанной суммы на автопереход, то уже с 6-го ряда я не отдаю ничего, только опять 1/8 выплата мне сделает реинвест. И там я получаю на карман все 7 выплат чистоганом. С 9-го ряда 7 выплат чистоганом, это 700% с каждого 3-го ряда. Второй бинар у нас выглядит на один ряд подлиннее. То есть если перейти во второй бинар, так, сейчас я посмотрю, как это тут, потому что нас на новый дизайн только-только переключили. Вот второй бинар у меня пошел, да, он выглядит на один ряд длиннее. Ну, посмотрите, как красиво. Я прям вот поиграю сегодня. Поразвлекаюсь. Вот таким вот образом. Дальше, значит, вот я получаю деньги уже. Вот с этого. Так, 2, 4, 8. Вот с этих 16 аккаунтов.
Ну и так далее. То есть я не буду дальше расширять. То есть опять с нижнего ряда. Только для меня уже в бинаре он будет не третий, а четвертый. И здесь уже не 8 будет участников, а 16. 15 выплат получаю. 16-я выплата убежала наверх тому человеку, у которого я сама этот бинар покупала. То есть он получил от меня вторую выплату. И здесь я уже буду получать. Если с первых выплат я сначала сделала апгрейд, то уже с 8 ряда я 15 выплат получу на карман. С 12 ряда 15 выплат 100% на карман. А здесь стоимость-то места растет. Единственное, что всем хочу сказать, нельзя продать то, чего не имеешь. Вот таким образом у нас выглядят эти бинарные столы. На бинарный доход мы можем повлиять здесь только на скорость заполнения. Когда мы помогаем нашим партнерам развиваться, когда мы видим по глобальному бинару, где у нас дырки и куда нужно обратить внимание, для того, чтобы у нас шел рост дальше и шел доход. А вот по линейке мы всегда можем повлиять. Вот здесь вот, допустим, линейный маркетинг. Я вместо двух партнеров поставлю, допустим, 19. И вот вам, пожалуйста, меняется сумма моего чистого дохода. При этом линейный доход я всегда могу выводить, тратить, ну и бинарный тоже, когда, то есть у нас апгрейд произошел, после этого все остальные выплаты, они наши. Вот и вывод у нас здесь происходит элементарно и очень быстро. Вот так вот заполняются все столы, я говорю, я могу поделиться. Маркетинговый план у нас есть и длинный, и короткий. Разжевали вдоль и поперек. Вот уже, когда вы пройдете 6-й бинарный стол, у вас здесь больше затрат на апгрейды не будет вообще никаких. И весь доход вы будете получать чистыми. И здесь точно так же. Вот если видите, вот здесь стоят 64 человека. Как я и говорила, это если дубликация по 2 человека. А если у вас здесь будет не 64 человека, а 500, как у меня. Вот от этого меняется весь доход. И по линейному маркетингу вы заработаете значительно больше, чем вы заработаете от закрытия вот этих бинарно-матричных столов. Хотя и они тоже постоянно с глубины вам будут продолжать давать реинвестные выплаты. И еще у нас есть изюминка. Дело в том, что у нас линейка, она тоже сквозная. Когда я пригласила 9 человек, все 9 столов, по 0,01 эфира заработала я. Но когда пригласила я 10-го, то выплата еще раз ушла моему спонсору, который меня пригласил. То есть у которого я первый раз покупала. Когда я 20-го человека приглашу, ему опять придет выплата. Когда я 30-го человека приглашу, он опять получит от меня выплату. Но это же справедливое по отношению ко мне. Если в моей первой линии люди активные, если они развивают свою ширину, каждую 10-ю выплату получаю я. Вот представьте, у меня 10 партнеров. И каждый из них пригласил по 10 человек. Я еще от них по выплате заработаю. Если они и дальше будут расширять команду, мы популяризируем криптовалюту. Мы трибуны, мы глашатые, мы рассказываем об этом хорошем проекте. Мы пополняем свой клуб, мы новыми участниками. А со второй линии уже начиная, здесь еще интереснее, потому что я отдаю 4 выплаты мне, 5-ю отдаю спонсору, который на 2 линии выше меня. Но точно так же и мои рефералы. 4 выплаты им, а 5-ю мне. Ребят, это огромные деньги. И вот эти вот все реинвестные деньги, они складываются в несколько видов дохода. То есть у нас здесь первое – линейный доход, матрично-бинарный доход, реинвестный доход. У нас здесь инвестиционная составляющая монеты. И у нас здесь еще есть средства для сбережения и сохранения, которые называются облачный майнинг. Вот я нажму, дело в том, что команда программистов, которая делала эту площадку, этот проект, на заработанные деньги они купили майнинговое оборудование. У нас было 800 тысяч токенов, то есть мы могли поучаствовать в этом, могли инвестировать, купить один из 6 пакетов. Первый пакет стоит 1 эфир, и за него продавалось 1000 токенов. Следующий пакет уже идет со скидкой, он стоит 4,5 эфира, 5000 токенов, ну и так далее. То есть каждый последующий пакет можно было купить с наибольшей скидкой. И вот самый большой пакет, это 100 тысяч токенов, он стоит 60 эфиров, и у нас есть на платформе несколько инвесторов, которые купили именно эти пакеты, потому что этот майнинг пожизненный, потому что здесь процент есть, плюс здесь еще есть ежедневный процент от реферальной глубины. 6 реферальных глубин. С первой линии рефералов вы получаете 10%, со второй 5%, с третьей 4%, 3%, 2%, 1%.
соответственно. Это тоже очень привлекательно. И даже если вы сами пока денег не заработали и платформу не купили здесь какие-то токены, да, здесь их вот осталось уже всего 10 тысяч, когда их раскупят, обещали, что еще, докупят оборудование, то есть опять сможем инвестировать. А, таким образом, если ваши партнеры под вами приобретали доли в майнинге, вы все равно получаете реферальный бонус. У меня вот на этом аккаунте у меня нет приобретенных долей. Они у меня есть на другом аккаунте. И я получаю 10% благополучно сама от себя. Ну и плюс еще от команды ребята, которые подо мной тоже инвестировали в майнинг, тоже мне приносят ежедневный процент. Ежедневно происходит начисление. Вот видите, партнеры. Но здесь вот еще пока есть баги, потому что, я говорю, настолько только переводят на новый дизайн. И сейчас мы еще пока активно переписываемся с программистами, там просим еще какие-то улучшения сделать. Платформа сказочная, она соответствует самым высоким стандартам Европы и США, потому что здесь можно все увидеть о своем лидере. Если он за вас побеспокоился и поделился с вами какими-то инструментами, вы увидите здесь также и сообщение от него. Дальше, вот здесь вот можно увидеть все контракты и весь маркетинговый план, и даже у меня уже вот все это заполнение, то есть я вижу, где, сколько, чего я заработала. Соответственно, здесь можно увидеть всю структуру, как я уже сказала, можно смотреть по линейке. Допустим, я нажимаю первый уровень, линейные контракты. Вот, и у меня здесь участники, если я захочу, если нажму на человека, мне о нем контактные данные, я могу посмотреть его профиль. Крайне удобно, огромное спасибо программистам. Второй уровень, я вижу всех партнеров здесь. Третий уровень, я перейду дальше, то есть я вижу всех людей, которые есть у меня в линиях. Шестой пока у меня еще не куплен. Но здесь уже отражается сумма дохода и сумма потенциального дохода я могу и сама посчитать. Кошелек можно пополнять эфиром, можно пополнять биткоином. Но мы здесь работаем с криптовалютой эфир, поэтому биткоин, если вы им пополняете, он конвертируется в эфир, и вы сможете произвести там те действия, которые вам надо. Внутренние переводы без комиссии мгновенно. Вывод денег, комиссия 2% за вывод. Но вывод происходит очень быстро, несколько раз в день нам осуществляет вывод. Плюс мы еще привязываем Telegram-бот. Сейчас, конечно, в связи с блокировкой Telegram далеко не все партнеры знают, как обойти по IP эти блокировки, несмотря на то, что партнеры везде старались и анонсировали это в чатах. Вот у меня, допустим, 0.25 эфира. Я сейчас могла бы внутренним переводом отправить, либо вывести на вывод. У нас здесь Академии бизнеса есть, очень высококачественные уроки, они на английском языке, что привлекает к нам целевую аудиторию иностранную, это важно. Но у них русская транскрипция, поэтому для нас эти уроки тоже все доступны. Здесь как работает бинар, как работает линейка, что такое в принципе эфир, что такое майнинг и так далее. То есть для нас вот эти уроки делают и записывают с профессиональными спикерами. Мы можем здесь настроить быстренько промо-страницу. Я вот, допустим, о себе пишу, обожаю путешествовать, помогать людям, ля-ля-ля. То есть и дальше вот я о себе тоже что-то пишу, даю какое-то воззвание, добавляю свои промо-видео, добавляю свои контактные данные для того, чтобы моим партнерам потенциальным анонсировать один из трех лендингов. Это тоже создается за 2 клика буквально. Быстро-быстро, это совершенно бесплатно. В настройках мы можем себе привязать, вот, настройки Telegram-бота. Мне не нужно при входе в свой аккаунт, но мне нужно, когда вот вывод денег, когда появляется новый партнер, когда происходят какие-то обновления, транзакции и так далее, общие уведомления. И я здесь тоже привязку сделала, и мне не надо без конца заходить в свой кабинет для того, чтобы увидеть, что мне пришли какие-то деньги. Вот сейчас я вот на минуточку включу Telegram-бот, я вам просто покажу, что там приходят вот эти уведомления, если у меня, конечно, он... Так, сейчас наберу. Вот, начисление майнинг-бон, вот только что произошло. Пожалуйста. Вот я сама себе там с одного аккаунта на другой отправляла перевод. Вот там вчера какие-то операции были. Мгновенные сообщения. И мне даже с собой компьютер носить не надо. Или там ноутбук. Я с телефоном куда-нибудь поехала, и у меня все эти отражения очень удобные. Плюс у нас здесь есть чаты.
И что мне вот недавно тоже лидерский совет сделали в помощь всем партнерам. Во-первых, у нас есть чат общий и есть чаты командные. И плюс в помощь всем партнерам у нас здесь есть чат, который ответы на вопросы. То есть постоянно кто-то из ведущих лидеров может, не отвлекая администрацию, помочь партнерам справиться с какой-то ситуацией. Это программа «Консультант по Степиум». Крайне удобно. Я говорю, все сделано для людей, все сделано очень достойно. Плюс в кнопочке «Лидер», вот сейчас я ее здесь не вижу, видимо, это еще доделывают. Здесь можно делиться со своей аудиторией. Так, я просто смотрю, что еще есть, еще тоже сама не все знаю. Можно со своей первой линии чатиться, можно отправлять им сообщения о вебинарах, либо о каких-то обновлениях. Вы можете своими партнерами делиться, ну, даже с чем-то там, с реферальной ссылкой со своей, но только со своими партнерами первой линии. Это и называется дубликацией. Допустим, я использую какой-нибудь сервис для трафика, я с удовольствием делюсь этим с партнерами. Допустим, я использую там кошелек какой-то, который мне нравится. Ну, почему бы мне не поделиться с партнерами и плюс к этому еще не заработать какие-то реферальные? То есть это крайне удобный партнерский инструмент. Это IT-продукт. Надеюсь, что то, что я сказала вам, вы меня увидели и услышали. Сейчас я к вам вернусь и перейдем мы с вами к вебинару. Вот, и, значит, так, я сейчас перехожу к презентации. Ваши вопросы, повторюсь, задавайте в кнопочке «Вопросы». Вот, я говорю, вот вся лесенка, и нам нужно один раз ее пройти, запустить вот этот эффект домино, запустить вот этот вот личный, собственный, высокодоходный бизнес, который будет нас с вами кормить, где бы мы, что бы мы и где бы мы ни находились. Вот так вот поэтапно видеть все ступеньки. Единственное, что вы можете продавать только то, чем владеете. Если вы, допустим, не купили третью ступеньку, третий контракт, как вы будете его продавать? Вы не являетесь продавцом. Купили, вы являетесь продавцом. Если кто-то из партнеров снизу готов купить третий контракт, допустим, а у вас его нет, значит, он купит у администрации. Деньги уйдут на развитие проекта. И это справедливо. Здесь перехода, хода к следующему спонсору нет. И это исключает создание вот этих клонов, которые опустошают многие проекты. Потому что, ну, раньше уже проходили, это плавали, знаем, что некоторые партнеры работать не любят, а хитрить умеют. Соответственно, создают там какие-то клоны, и под этот клон там никого, под прокладки никого не приглашают, а в результате денежки получают. Вот у нас это все исключено. Но даже пассивные люди у нас зарабатывают денежки. Вот. Столкнулась, один партнер заходит новый на площадку, два партнера получили деньги, один по линейке, другой по бинару. И тут же у того, который получил по бинару, купилась вторая линейная ступенька. И так далее, вот такой эффект домино. Это очень удобно и выгодно. И вот я показываю эффективные шаги, когда мы работаем с людьми, когда мы начинаем выстраивать свою структуру. Нужно, значит, обратиться к человеку, который пригласил, с ним обо всем договориться, как работать, как созваниваться, стартовать, выучить функции кабинета, пройти по всем кнопочкам, преимущества и маркетинг, ну, естественно, рассказать всем, кому хотите добра. И для того, чтобы вам легче было помогать партнерам настроить там кошельки там, и так далее, имейте под рукой короткие ролики, они у нас есть. Либо обратитесь в бот-консультант, вам там помогут, подскажут, добавят, скинут, сбросят и так далее. Вот и все. Таким образом мы начинаем выстраивать свою личную команду, потому что вы каждый становитесь личным админом, личным менеджером своим собственным. Вы директор своего бизнеса. Кого в команду приглашаете, так и работать будете. Если приглашаете партнеров, будете работать хорошо и зарабатывать. Если пассажиров, значит не очень. Вот. Я показывала уже эти слайды на своих предыдущих вебинарах.
Кто хочет, может в моем плейлисте найти. А сейчас более важно, я думаю, мы с вами уже проговорили почти час, чтобы время не затрачивать, вы можете либо сейчас эти слайды скопировать, либо потом в записи посмотреть себе, скопировать, если вам вот это надо. Потому что иногда бывает умного учить только портить. Люди сами прекрасно знают, как работать в интернете и на земле. Я сейчас хочу поговорить о том, о чем я вам хотела вот рассказать. Блеск и нищета, когда я начинала говорить вам о теме сегодняшнего вебинара. Да? Вот очень, ребят, полезно всегда включать логику и брать в руки калькулятор. И я хочу еще вам сказать, что очень часто партнеры, заработав небольшие деньги, они стараются скорее, ну они как зарплату их воспринимают. Типа получил, скорее потратить, порадовать себя, близких, ну как можно быстрее купить бизнес. Дело, конечно, ваше. Но дело в том, что криптовалюта растет в цене. И действительно, в ролике Любови она может действительно до конца года стоить 10 тысяч долларов за монету. Уж не разумнее ли было бы сейчас их накопить, сберечь там где-то? У нас нет необходимости хранить деньги на платформе. Заработали, выводите, заработали, выводите. Когда вы уже там прокупили нужные ступеньки. Гораздо разумнее было бы их сберегать, чем сейчас сливать на колбасу. Поэтому у нас есть еще и вторая партнерская платформа. Она без такой автоматики, она может быть более скромная, но она тоже очень выгодная. Там мы зарабатываем доллары. И это тоже платформа Виталия Коновалова, который является программистом и математиком, и там тоже использован его маркетинг. Только единственное, что он там единственный админ. И опять же, там основное преимущество в том, что мы работаем с кошельком Perfect Money и деньги внутрь проекта не заводим вообще. Мы там сразу деньги получаем на свой внешний кошелек. И там уже зависит от осознанности партнеров и от того, сколько они хотят заработать денег. Завтра буду проводить вебинар по этой теме. А те, кто желают, в это же время по этой же ссылке будет. Анонсировать, естественно, будем только в специализированных чатах, ну и в нашем командном постепиум. Вот, и помните, есть такое произведение Гайдара «Тимур и его команда». И там Тимур спрашивал фигуру, есть ли у тебя пламень в душе фигура, да? Я часто показываю примеры Радислава Гандапаса, бизнес молодости, Ника Вучича, это человек, который без рук и ног, и говорю про паралимпийцев, как им там тяжело было, но они какие молодцы. И для тех, кто с этими людьми лично не встречался, они выглядят, наверное, как инопланетяне, как самые настоящие инопланетяне. А сейчас я вас хочу познакомить с людьми, которые заработали в разных компаниях, за короткие сроки, от года буквально до трех, свыше миллиона не рублей, а долларов. И эти люди продолжают зарабатывать. Лично я, вот они для меня являются факелом, маяком, пламенем. Я горжусь знакомством с ними. Где-то я с кем-то работала в совместных компаниях, где-то мы там просто там где-то пересекались. Но я очень горжусь и хочу, чтобы вы тоже вот хотя бы почитали, какие статусы, какие вот что пишут эти люди, как они оформляют свои страницы, да? Вот Александр Перевезенцев, он был первым чеком в компании Talk Fusion. Потом они вместе с Вячеславом Ушениным сделали свой, думали попасть в тренд, но не с первого раза попали, сначала немножко промахнулись. У них была компания, в которой они немножко опередили время, предлагали маркетинговую площадку, свою социальную сеть, умный путешественник для того, чтобы люди могли там за копейки буквально составлять себе путешествие. Social CRM-систему они предлагали и бесплатную телефонию. То, что сейчас вот мы с вами можем через Telegram бесплатно друг другу позвонить из любой точки мира в любую точку мира. Или там в Viber, или в WhatsApp, да, это же здорово. Но они тогда немножко опередили. Потом они создали программу лояльности, которая успешно продается. Вот я начинала, в общем-то, сначала в Amway, а потом вот я пыталась заработать в этой компании. Но я благодарна судьбе за то, что MLM-бизнес – это бизнес, которым учат. Это школа, и я благодарна за ту науку, которую я там получила. И я до сих пор с большим удовольствием читаю статусы. Я не всегда применяю там какой-то свой ум, да. Я умею читать. И поэтому, если что-то мне откликается, я готова применить и поделиться этим с вами. Может быть, у меня времени немножко больше, чем у вас. И вот здесь действительно слова Александра. Хочешь стать лучше, общайся с теми, кто лучше тебя.
Замечали, что у всех деревьев в лесу примерно одинаковая высота, и практически ни одно из них не превышает среднего уровня. Ну, наверное, вот так и люди, да? Но ведь нам-то с вами повезло, мы сами можем выбирать свой лес и можем намеренно окружать себя людьми, до которых хочется расти и тянуться. Всегда старайтесь попасть в общество или команду к сильным, амбициозным и успешным людям, к тем, у кого можно чему-то научиться, которые уже многого достигли, но все равно ставят себе высокие цели. Такие люди всегда готовы делиться опытом, и твоя задача – взять все, что они могут тебе дать. И вот у него есть видео, которое называется «Любой есть любым», я заставила на одном из своих вебинаров. Потрясающее видео, которому уже около 10 лет, и которое не потеряло своей актуальности до сих пор. Александр сейчас живет, он купил дом во Флориде, сейчас, кажется, он еще куда-то переехал, но человек, который сделал себя сам не благодаря, а вопреки. И вот еще его лозунги. Уныние и разочарование – не твой выбор. Постоянство, настойчивость и упорство, несмотря на какие препятствия. Вот это все твое. Друзья, это ведь хорошо, когда нам выпадает преодоление самых жестких препятствий. Это круто для характера. А сильный характер ценнее, чем выдающийся талант. Вот подумайте об этом сами, это уже от себя говорю. В подавляющем большинстве случаев гениальные люди, вот гении от рождения, они получили свой талант как дар свыше, но они такие странные, слабые какие-то. И даже существует такая фраза, что таланту нужно помогать, а бездарность сама пробьется. Ну, наверное, бездарности приходилось пробиваться, но при этом она становилась даровитостью какой-то. То есть формируется характер. Характер, в отличие от таланта, он не то, что дается или не дается человеку от рождения. Наверное, все-таки зачатки какие-то есть, но его приходится создавать кирпичик за кирпичиком, создавать мыслями, выбором, мужественностью и целенаправленностью. И это возможно лишь тогда, когда самодисциплина становится стилем жизни. И вот это твой выбор. И я хочу сказать, многие люди меня спрашивают, вот там у этого система. Лучшая система – это система дисциплины. И я уже об этом говорила, я говорю, у меня есть пример в команде, когда люди стартовали недавно, каждый день отчитываются, каждый день домашние задания, каждый день они их выполняют. Кстати, для контроля и для вашего же пиара у нас есть чаты взаимного продвижения в том же ВКонтакте, и никто не мешает вам создать их где-то еще в других социальных сетях. И это помогает, потому что вы привлекаете к себе внимание и развиваете свой личный бренд. Где бы вы ни работали, как бы вы ни работали, если вы умеете работать, если вы научились продавать себя, если вы научились не бояться людей, вам станет все легче, легче, легче. И вот есть тоже такая фраза, да, что дружба, основанная на бизнесе, гораздо лучше, чем бизнес, основанный на дружбе. Ну вот нет времени на раскачку, и действовать нужно прямо сейчас, пока нас не определили не опередили молодые и голодные. И Александр вот пишет, что я всегда следовал этому правилу, и поэтому сейчас нахожусь там, где я есть. Вот это про Александра Перевезницева. Дальше, значит, ребят, вот это уже Серик Трикеш. Это вообще чудесная история, когда вот стартовала вот эта компания Set&Box, потом она стала называться Global Intellect Service. Серик был ресторатором. Это человек из Казахстана. Вот они здесь тоже на фотографии вместе с Александром. И вот слова Серика. «Я благодарю Вселенную за то, что она меня всегда оберегает от сплетен и слухов. Я не засоряю свое сердце и разум мусором чужих фантазий». Вот понимаете, вам не все равно, что о вас говорят, да? То есть это ваша жизнь. Я всегда принимаю решения сам, исходя от действий и поступков людей, и не нужно слов. Твои действия – это и есть поступки, принятые тобой решений. Если ты сильный, иди дальше. Но не нужно клеветать человека – это слабость. Глупец стремится к власти над чужим телом, кошельком и умом. А мудрец только к власти над чужим сердцем. Ибо сердце приведет с собой и ум, и тело, и кошелек. Стрела, которая летит к своей цели, не оглядывается на пейзажи. Ну, вот это тоже вот слова Серика Трикеша уже. Я говорю, этот человек за первый же год работы компании той, он заработал себе дом за рубежом, он заработал себе автомобиль. Второй автомобиль ему подарили в компании. Это потрясающий человек. Но я видела, как он колесит по городам и странам, как он собирает залы, как он часами рассказывает маркетинговый план, как он вот то одно расскажет, то другое. То есть человек
стал мастером, и у них в офисе вообще была такая железная дисциплина, у них все было по папочкам, то есть вот есть кандидаты, на каждого заведена папочка. Если человек приходит в офис, его встречает дежурный, берет эту папочку, как в библиотеке, видит, на какой стадии человек с человеком поработали, и начинает дальше. Вот человек сам выстроил вот эту дисциплину и вот эту систему внутри своего бизнеса, благодаря этому и он вырос, и команда его выросла. Это, конечно, круто, но они работают в основном не онлайн, они работают в основном на земле. Следующий человек, ну, с Эриком лично я не знакома, но мы как бы работали в одной компании, и я об его успехах знаю, мы в друзьях ВКонтакте, в Фейсбуке и так далее. То есть человек очень достойный, заслуживающий внимания. А Вячеслав Ушенин в возрасте 23 года был в топ-100 долларовых миллионеров. Причем из русскоязычной целевой аудитории он был тогда единственным. Это был то ли 12-й, то ли 13-й год, я точно не вспомню. Вот они вдвоем с Перевезенцевым ушли из Talk Fusion и образовали свою компанию, в которой сейчас Перевезенцев не работает, он опять какой-то новый бизнес делает, а Вячеслав занимается по-прежнему этой компанией. Они за 3 года развития они достигли сумасшедших высот. Паренек, который жил когда-то на какой-то окраине, который тоже нам вот выступал на сцене и говорил, я все это сделал не потому, что я там... Вот я смотрел на мажоров на каких-то, которые у нас там учились в техникуме, там, в институте, в школе, а я не хотел быть такими, как они. Простите, но я никогда не хотел быть бедным. Я всегда знал, что я докажу и себе, и окружающим, поэтому я всегда придумывал, как заработать деньги, где заработать деньги. Человек-компьютер просто, очень тоже я его уважаю. И вот он здесь пишет свой лозунг. «Я не то, что со мной случилось, но я то, чем решил стать». Это сказал Карл Густав Юнг. «Мы также с вами можем стать тем, чем захотим». И путь к цели – это самое лучшее развлечение в жизни, ребята. Я вам скажу это так, потому что когда-то тоже Перевезенцев рассказывал, ну, он заскучал. То есть стало скучно, вроде уже денег хорошо заработал, дом купил, там какие-то жизненные у него были непонятные ситуации, то есть уже вроде человек взрослый, не юнец какой-то, который там за красивыми куклами гоняется, и что-то стало скучно. И Ушенин ему сказал, ну что, залезь в кредит и купи, я не знаю, тачку безумную какую-нибудь. Тот так и сделал и опять поднял новый бизнес. Вот так вот, это люди, которые делали себя сами. Следующего персонажа я вам покажу, которого тоже я с ним встречалась. Встречалась лично. Вот, это Артем Нестеренко. Посмотрите, что он пишет. Какой он был смешной слева. Он когда-то работал то ли барменом, то ли официантом. Да, будет. Сейчас дам пример с женской. Он работал то ли барменом, то ли официантом. И как-то он прочитал, значит, книжку «Бедный папа, богатый папа». И тут он на последние деньги купил костюм. Вырядился, значит, и на следующий день на работе его все начали стебать. И говорили, Артем, ты что там, жениться, что ли, собрался? Жил он тогда во Львове. И когда пришла управляющая этого кафе, она говорит, вы что тут за клоунаду устроили? Ну-ка там Нестеренко ко мне на ковер. Он пришел, она говорит, у тебя что за праздник-то сегодня? Что там все вокруг тебя, никто не работает? Он говорит, ну вот я решил поменять свою жизнь. Она говорит, что это вдруг? Он говорит, я прочитал книгу «Бедный папа, богатый папа». Она, да ты что? Я тоже ее читал, я тоже, я в таком впечатлении, я в таком там, я не знаю, восторге. И они просидели с ним, протрындели часа полтора про эту книгу, и он вышел оттуда управляющим этого кафе. Она поняла, что из парня будет толк. Наверное, какой-то был толчок, да? И вот сейчас вот он пишет, что когда он начинал уже потом в МЛМ, он пишет, что в 2005 году у меня была доска, которую можно было брать с собой, чтобы проводить презентации в любом месте. То есть он с доской ходил. На фотке слева я даже не догадываюсь, что первый существенный результат у меня будет только через 3 года. Я каждый день проводил презентации. Люди меня шугались, друзья смеялись, крутили пальцем у виска. А кто-то из-за этого вычеркнул меня из своей жизни. И я думаю, что это происходит очень у многих начинающих сетевиков, между прочим. Я тоже с некоторыми людьми просто перестали общаться. А я так сильно хотел, получил результат. В ушах постоянно аудиозаписи топ-лидеров. В душе спортивная злость. Я фигачил так, что даже во сне проводил встречи. Я стал непробиваемый на негатив. Вот это очень важно, друзья.
чужое мнение, иронию и сарказм. Да пусть они смеются, да? Наоборот, мне это даже помогало. Сейчас я продам ценность бизнеса за 90 секунд. Тогда я не мог это сделать за 60 минут. Но после тысяч проведенных презентаций я создал осанку на $1 миллион, и люди... Это правда. Я следила за карьерой Артема, он тоже какое-то время работал вместе с Перевезницем и Сушениным. Сейчас они в разных направлениях движутся, но тем не менее. То есть, вот как говорится, дружба, построенная на бизнесе, все равно люди общаются, следят друг за другом. Я точно знаю, что ты можешь за 2 года создать из своей жизни шедевр. И вот это он уже обращается к нам с вами. Но есть ли у тебя та спортивная злость и пофигизм на то, что будут говорить о тебе? И готов ли ты провести 1000 встреч и презентаций ради своей мечты? Следующее, вот мой любимый персонаж, это моя любимая женщина, это Лена Кононова, которая работала в 1990, которая там была звездой, зажигалкой, мотиватором, вдохновителем. Человек за 1.5 года заработал больше $1 миллиона. Несмотря на то, что маркетинг-план 1.990 нервно курит по сравнению с нашим маркетинговым планом. Дело в том, что она сейчас живет на Кипре. Она купила себе там дом шикарный. Она не, какое-то время она была в шоке, потому что ее там лишили денег, которые она заработала, части денег, да? Я Лену обожаю просто, мы с ней на «ты». Это единственный человек из этой компании, с которым и я на «ты». Вот, а мы с ней из одного города, из Череповца. А мы с ней были меркурианскими хранителями когда-то, причем я стала меркурианским хранителем перед самым скамом. Я раздала деньги, которые у меня были на хранении, то есть и фу, я перекрестилась левой пяткой, и больше в хайпе и в пирамиды я не ногой. Лена тоже. И вот Лена тогда создала и команду, ну, многие из команды, естественно, остались в 1.990, кто-то пошел сейчас с ней, сейчас она там другой бизнес начинает развивать, при этом они держат в голове свой личный проект. Я с ней общалась абсолютно недавно, мы с ней в очень-очень хороших отношениях. Более того, я у нее консультировалась, Лена как осваивалась бабло, то есть когда большие деньги, да, ну я тоже из Череповца, Дмитрий, у меня там дети живут в Заречье, так что передавайте Череповцу привет, мы там были не так давно, на мой день рождения в январе, вот, Ленка, она вообще звезда, она молодец, ну, во-первых, она безумная красавица. Вот, и она и на баяне играет, и на гитаре играет, и песни поет. Ну, вы видите, какая у нее лучезарная улыбка. Я вам хочу сказать о том, ребята, что нет абсолютно ничего невозможного. Это люди, которые жили со мной, буквально там кто-то, ну, я не знаю, за руку держались, здоровались, разговаривали. Они не были никакими звездами, это было на «ты». А Лена, она мой любимый пример успеха. Я говорю, мы иногда и сейчас созваниваемся. И я знаю, что ее успех заслуженный. А еще я знаю, что она никогда не будет сидеть без дела и без денег. Я могла бы еще много назвать славных имен, и в любой компании есть такие люди, на которых не стыдно равняться. У Артема Нестеренко это правая рука Саиды Копанева, я тоже ее знаю. Шикарная женщина, солнце просто. Татьяна Андреева. Я, может быть, многих не назвала, но, может быть, вы тоже их где-то встречали в интернете, и они вам знакомы. Я не работаю с ними в одной компании. К сожалению, они с нами в одной компании не работают, но это люди, на которых стоит равняться. У Лены лозунг, да, если мой огонь запылал, затушить его и ветра не хватит. А раньше у нее стоял лозунг немножко другой. Я его для себя применяю, этот лозунг сейчас. И вот видите ли, в чем дело, да? Это люди, которые вышли из глубинки, из провинции. У Лены глухонемая дочка при этом. И у нее вот муж рядом с ней стоит, Юра, я тоже его знаю. У Лены еще есть сын. Ну просто, я говорю, когда у человека есть деньги, это и молодость, и красота, и здоровье, и все что угодно. Вот. И деньги сегодня, ребят, буквально лежат под ногами. Взять их или пройти мимо, это ваш выбор. На прошлом вебинаре я показывала некоторую разницу в интернет-компаниях, которые аналогичны нашей, и доказала, что при одних и тех же усилиях в нашем командном бизнесе денег вы получаете, зарабатываете значительно больше и быстрее. А условия участия у нас абсолютно для всех равны и одинаковы. И теперь я, не боясь показаться нескромной,
Маяк не бегает по острову, выискивая, какую лодку спасти. Он светит всем. И уж если я что-то решила, то сделаю непременно. Иначе не стоило и браться. Это мои девизы. И я не претендую, да, на голливудский стандарт. Не мечтаю стать звездой Голливуда. Я простая бывшая девчонка из Нижегородской глубинки. Из города Чкаловска. Это родина Валерия Павловича Чкалова. Где у меня живут вот мои земляки. Прозябают до сих пор. И умирают, умирают, умирают. Это страшно. А я добьюсь поставленных целей, чего бы мне это ни стоило. Если у вас есть пламень в душе, напишите ли вы историю своего, чтобы ваша семья вами гордилась, а? Мне подружка говорит: ой, Ирка, мне ничего не надо, нам уже ничего не надо. Нам уже ничего не надо, у нас роддом закрыли, морга в городе нет, больница осталась только одна, старичью никому не нужно. И сейчас этот пенсионный фонд, в котором я когда-то работала, главным специалистом, тоже закрывают и переводят в другой город, оставляя всего 11 человек на прием. Стариков со всего района, с населением 25 тысяч населения, а остальные будут ездить туда на автобусе. То есть утром встаешь не в 7 утра, а 5:30. Полтора часа тебе на дорогу. К 8 ты начинаешь рабочий день. В 5:00, 5:15 он у тебя заканчивается, потому что час обеда, да? Я как-то ставлю, да, милочка моя, а вы обедаете каждый день? Что типа отпуск вам не положен. И домой вы приедете, мои хорошие, к 9 часам вечера. И ни ваши мужья, ни ваши дети, они вас ждать не будут. То есть пождут, но это все очень быстро надоедает. Я говорю, займись делом, посмотри, как выгодно. Ой, это все не мое, я ничего в этом не понимаю. Ну ведь биткоин ничем не обеспечен, эфириум ничем не обеспечен. Я говорю, а рубль чем обеспечен? Люди просто не понимают, и мы должны с вами их будить. Мы должны им об этом рассказать. Неужели вам их не жалко? Я говорю, Свет, а дальше что? А ну что, доработаю до пенсии. Я говорю, а потом вот березовую рощу, да? И дочка твоя, пускай вот любуется на тебя, на такую красивую. Приезжаю, ну уж даже говорить не буду, ладно. Короче, злость у меня только вот на них из-за того, что они делают со своей жизнью. А, и я хочу вам, ребят, задать домашнее задание. В начале вебинара я попросила вас представить, что бы вы делали и как жили бы, если бы у вас были неограниченные ресурсы, времени, здоровья, денег. Но я понимаю, что времени тогда у вас было совсем немного, некоторые опоздали, и многие даже не успели тут задуматься или помечтать. Я сейчас вас прошу каждого написать небольшую статейку на эту тему, для затравки, чтобы было вам там за что зацепиться. Допустим, я начну первое. Но первым делом для меня важно, у меня большая семья, у меня дети живут в Череповце, мама живет в Чкаловске, мы сами живем в Питере и хотим переехать, значит, где-то найти себе комфортное по климату и по геополитической обстановке место для нашего большого дома. Я мечтаю о воссоединении большой семьи, чтобы мы могли часто жить рядом, но не вместе, чтобы у каждого есть свое пространство. Мы пишем с мужем книги, я пишу картины, но я на самом деле, я люблю, но мне некогда пока. И гитара моя не простаивает. Это у меня уже в будущем, я вижу, и я вам подсказываю, как правильно мечтать, да, чтобы это было в настоящем времени. Осваиваю языки, естественно. Кстати, я когда была в Турции много раз, ну, немножко там, немножко коляк тебя могу. Поздороваться, попрощаться, там счет какой-то, поторговаться, там пожелать всего хорошего и так далее. А мы разводим, естественно, цветы, сад какой-то у нас. У нас живут коты, собаки. И если раньше я говорила, муж там все лошадь, я говорю, одной ей будет скучно, значит, будет две. Вот, изначально думалась одна, но действительно одна заскучает, каждой твари по паре. Я открываю реабилитационный центр для бездомных животных с очень умным, заботливым и квалифицированным персоналом. Вот это реально моя мечта, я это вижу, я это представляю, и я считаю, что это даже миссия. А муж открывает бизнес-инкубатор для талантливых программистов. Потому что сейчас действительно IT-сфера, она очень востребована. И как водится, путешествуем, познаем планету, расширяем нашу большую дружную семью. Мы с вами проводники для наших детей. И им нам также дали на время, так же, как и нашу жизнь. И каждый может заниматься любимым делом. И все это я абсолютно точно осуществлю вместе со Степиум, вместе с командой, с людьми, которые мне все равно на свое будущее и будущее своей семьи.
Поэтому я попрошу вас вот написать такой небольшой про себя вот о своей мечте, да, в настоящем времени, для того, чтобы сделать эту декларацию. И если вы хотите, чтобы вам партнеры поставили лайки, кому нужно продвижение, ВКонтакте можете ли вы в Фейсбуке выложить эту статейку, там с какой-то своей фотографией мечты. Это визуализация даже называется. Многие читают там или «Тайну» Ронды Бёрн, там смотрят фильм «Секрет», либо читают там «Трансерфинг реальности» Владимира Зеланда. Ну, то есть, как говорится, хотя бы лежите в этом направлении, если не можете идти и ползти. У нас есть чат взаимного пиара ВКонтакте. Кому требуется продвижение, я рекомендую добавиться, либо попросить своих спонсоров, чтобы вас туда добавили, либо меня найдете. Но лучше через спонсоров, конечно, потому что боюсь, что ни сил, ни времени у меня не хватит. У нас очень дружный партнер. Все партнеры смогут вам поставить и лайки, и комментарии. И таким образом вы даже будете получать какую-то известность. Вот. Ребят, я все сказала. Если у вас есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Вебинар наш уже, как обычно, хочется в час уложиться, но не укладываемся. Вот. Ну и как бы я вам желаю всем хорошего дня. В следующий раз, когда придете на вебинар, я очень вас прошу приходить с новичками. Для чего? Мы вебинары проводим для того, чтобы помочь вам. Когда вы сами не можете ответить на какие-то вопросы, когда вы сами не можете еще пока правильно рассказать о нашем бизнесе, а это настоящий большой, хороший бизнес и очень высокодоходный. Я желаю, чтобы каждый день ваши кошельки наполнялись, наполнялись и наполнялись и долларами, и эфирами. А когда у вас уже будет что инвестировать, куда инвестировать, мы вас, может быть, научим трейдингу, мы вас научим там еще чему-то. По крайней мере, наши все партнеры, и Алена Авантис, и Андрей Лисовский, и Татьяна Литомина, и Светлана Мигаль, все наши замечательные спикеры, все наши командные спикеры, они просто проделывают огромную работу, делятся всем, что мы сами знаем. И поэтому мы всегда вам рады помочь. И я желаю, чтобы у вас был успех. Ну, а для этого нам нужно немножко поработать. А задание сюда, да, сейчас, секунду, я могу, конечно, скопировать, да. А, сейчас. Ребят, я напишу, да, домашнее задание. В начале вебинара я просила вас представить, что бы вы делали, если бы у вас были неограниченные ресурсы. Ну, сейчас я вот напишу, как бы, я не знаю, надо ли мне вкладывать вам свои мечты, потому что, может быть, они у вас есть какие-то другие, но я просто понимаю, что иногда трудно зацепиться. Мозг не понимает того, чего он никогда не видел. Так, сейчас я немножко тут. Здесь просто не помещается. И вот я вам написала, а в принципе то, о чем я говорила, я написала здесь, прямо в чате, домашнее задание. Я вас просила представить, что бы вы делали и как жили, если бы у вас были неограниченные ресурсы времени, здоровья, денег. Неограниченные, вот неограниченные, день сурка у вас, денег у вас хватает, здоровья хватает и денег хватает, но при этом вы двигаетесь и развиваетесь. Что бы вы сделали с деньгами, как бы вы применили свои таланты, как бы вы свое время потратили? Но я понимаю, что каждый может выспался бы первую неделю. Ну а потом, я думаю, что уже пришлось бы пролежни растрясать. Так, все, дорогие мои друзья, я всем желаю огромного успеха. Я желаю, чтобы у вас была цель, идея, лозунг, вот этот вот флаг, для того, чтобы вы реально не прожили свою жизнь как мгновение из одного места в могилу, да? Поэтому я желаю вам, дерзайте, что посеешь, то и пожнешь, что посмеешь, то и пожмешь. Благодарю всех. И выложу вебинар часика через 3. Хорошего всем дня. Пока поставлю какое-нибудь видео вам на затравочку. Кто желает, пока еще можете посмотреть какое-то хорошее видео.